Гидрологическая ситуация в регионе стабильна. Перелив через гребень плотины Сергеевского водохранилища 46 сантиметров. Скорость потока воды увеличилась до 167 кубических метров в секунду. Наблюдается подъем уровня воды у сел Покровка и Новоникольская за счет притока Сергеевского водохранилища. Уровневый режим на реке Есиль в Петропавловске находится под влиянием сбросов Петропавловского водохранилища, расположенного выше гидрологического поста. Что касается ситуации на других водоемах, то на реках Шарык, Акан-Бурлык, Бабык-Бурлык уровень воды снизился на 1-2 сантиметра.